Он не был спортсменом и, не дожив даже до 30 лет, успел много сделать для развития спорта. В память погибшего Андрея Андреева друзья и родственники бизнесмена организовали турнир профессионального бокса. Отец Андрея Андреева – полный тезка. В память о сыне организовал первый турнир в Анапе. В планах проведения ежегодных состязаний. Муниципальное образование город-курорт Анапа, администрация всегда будет рада предоставить любую площадку для того, чтобы проводить данный турнир. Готов поддержать вашу инициативу. Мы очень старались сделать сегодня хороший вечер, в том числе и хороший спортивный вечер. И если, значит, вам будет угодно и будет организаторам угодно, давайте сделаем этот турнир традиционным. Первый турнир прошел на переоборудованной спортивной площадке пансионата «Ласковый берег». Спортсмены провели 5 боевых поединков по 4 раунда до победы. Участники – дебютанты профессионального ринга и опытные, уже известные в России и в мире боксеры. Итак, дамы и господа, по завершении 4-раундового боя единогласным решением судей победу одержал Ариор Нуржашиев, Нижний Тагил. Победители турнира получили призы из фонда Андрея Андреева. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.